Я знал, что Великор легких путей не ищет. На детский маршрут собрались чемпионы взрослых маршрутов. Мертвое море. На Хальпрацим. Мы направляем туда наши колеса. Солнце вроде не очень хорошо снимает. Но что делать? Начинается природная архитектура иудейской пустыни. Очень красивые виды. Смотрите, кто не с нами. Будет что вспомнить. Ух ты! Зараза. Это же маршрут, да, только в полнолуние. Мы его делали ночью и будем делать ночью. Хорошая вещь, думаете, ночью покататься. А? Надо только полнолуние дождаться и хорошая погода. Что может быть красивее, освещенный солнцем, под приятный прохладный осенний ветерок. Привет! Наша лучшая половина. Новичкам не имется. Болельщики. Почему с половиной? Где? А, так у нас уже это все. А, лепки? Это на севере, это не идет. Это север, это хороший. Там такая прикольная. Делаю 90 кругов. Там работает на день меньше. От бабушки, от дедушки, верхний ездить. Да, и один какой-то там. Это толпой. Он и вырос на ферме, и все, и со спином, ну, 20 евро на человека. Это так, позволяет. Каска будет не лишняя. Да, это что-то новое для нас. Небольшой каньончик. Будем знать, отмечу его на карте. Это может не остаться на следующий раз. Мы в русле ручья Процим. Процим в переводе это разрушающий, проникающий. Так оно и есть. Красивейшие места. То, что простому смертному в средней полосе России и Украины даже не снилось, здесь в избытке.
тишина. Еще будет такая тишина, как не в пустыне. Нам направо, слева тупик, насколько я помню. Куда направо? Да. Это Мирата Кемах, ребят. Ребята, кто хочет пройти в пещеру? Иногда приходят. Пои в пещеру. Как же да, да. Дело в том, что есть, там есть подъем наверх, и тут очень красивый вид на плато Инаха. Не откажется, да? Классно. Погодка люкс. Пока во всяком случае. Будем надеяться, что жары не будет сильно. Да-да-да. Будешь качать масштабной линейки. Надо закрыть. Чтобы не несли кусок. Не, смотри. Главное, чтобы они